Доброе утро. Доброе утро, друзья. Сегодня у нас крайний день перед карантином, который нас сажает на 3 недели. Надо кое-какие дела поделать. И мы хотели вам рассказать, что у нас еще много видео есть в запасе. Мы как чувствовали, что нас закроют. И мы вам будем постоянно их выставлять, чтобы вы нас не теряли из виду. Может быть, сделаем несколько прямых эфиров, да, за эти 3 недели. Потому что цены на отели смотрели, они как-то не падают. Ну и на 3 недели в отель ехать нам, наверное, с Черри будет тяжеловато. Решили остаться дома, записались на курсы. Будем мыть стекла. Смотрите, сломали отель. Денис пошел снимать деньги. Сейчас положим на турецкую карту, чтобы можно было оплачивать и интернет, и коммунальные услуги. Потом, наверное, поедем в СС, закупимся продуктами, потому что, как мы прочитали, не знаю, правда это или нет, что только в ближайшие магазины можно будет выходить. Ну ничего, мы не отчаиваемся, будем заниматься опять на балконе. Сегодня хотим сходить на море после обеда с ребятами. Такой заключительный у нас будет ужин. Ну, а вы оставайтесь с нами. Будет много всего интересного и сегодня, и в последующие дни. Приехали помыть машину на нашу любимую мойку. Тем более сегодня чистый четверг, но видео уже выйдет завтра. Всех с чистым четвергом, ну и снежка тоже, конечно, надо помыть. Как же, чистый четверг. Погода, смотрите, какая у нас. Но на самом деле на улице прям очень жарко, несмотря на то, что облачка. Так, мойка в прошлый раз стоила у нас 60 лир. Сейчас посмотрим, подорожала или нет. Но мы и коврики пылесосим, внутри все моем, снаружи багажник. Так что сообщим вам о цене. Да, Денис? Ну, да. Ну, хорошая мойка, согласись, да? Мы всегда остаемся довольны. Пришли мы на пляж. Уже оборудовали себе место. У Хана заказали мы с Денисом куриный шашлычок. А ребята, что вы заказали, Наташа? Тоже шашлычок. Артем, иди играть. Артем у нас уже ползает. Смотрите, людей много. Ну, последний день перед заточением. Все вышли на пляж погреться. Ну, сейчас пойдем купаться в море, да? Да. Да, Денис. Не надо. Так, не надо. Все, нам принесли еду. Так, вот нам принесли салатик в таких контейнерах. Что еще? Там Денис нам принесли два салатика. Потом должна быть куриная... Куриный шашлык, да? Это, по-моему, все салатики. Это все салатики? Теплые, так, сейчас посмотрим, что здесь у нас. Нет, тоже салатик. А вот тут вот, уже наверное, курочка. Шашлык. Так, сейчас покажу вам. Ну да, куриный шашлык, булгур, картошка фри и лепешка. Здесь то же самое, да? И еще что нам дали? А, мы же 3 куриных шашлыка заказывали, да, и 3 салатика. Тут а почем здесь было, Денис? А то не смотрела. А я сам не знаю. Не знаешь? Соусы. Салат в подарок, а куриный шашлык почем был? Я не знаю. Не знаешь? Не, Саш, почем был куриный шашлык? Ребята, я не в курсе. Вот так вот заказываем, мы сами не знаем цен. Ну ладно, когда расплатимся. Да, расскажем вам. Так, ну вот Ольга у нас пошла. Уже второй раз иду купаться. С чистым четвергом. Как водичка? Так йодом пахнет. Теперь на 3 недели без моря. Ничего, я надеюсь, что через неделю там какие-то рассмотрения будут. И мы сможем опять с вами любоваться этой красотой. Пойдешь, Денис? Ну, пока нет, наверное. Тут у нас днем погоды не очень, да? Завтра зато 29. Да? Будем опять на балконе, значит, загорать и тренироваться. Что делать? Ой, такая классная вода. Мне кажется, градусов 25 сегодня есть, я так думаю. Че, вода? Да. Смотри, какие собачки красивые там бегают. Ты бы череп не разорвала. А что-то вода ушла, да, по-моему? Да, потому что плита горит.
вода ушла. Ой, кайф. Все, все уже ушли. Мы тоже собираемся домой. Время 6:30. Мы ловим последние лучики солнца сегодня. Всем желаем хорошего вечера. Герушу рус, друзья. До встречи.